Добрый день, коллеги. Сегодня расскажу вам, как и где вы можете подключить сим-карту Free Mobile, которая так излюблена нашими водителями из-за большого количества трафика и приемлемой цены. Значит, заходите на сайт Free Mobile, ссылку конкретно сразу на карту я оставлю в описании, чтобы вам там долго не искать ничего. Значит, смотрите, слева можете выбрать либо Free Mobile Center, либо же автомат для подключения карточки Free Mobile. Чуть ниже будет название либо торгового центра, либо магазина, где будет находиться автомат. Ну и, естественно, уже понятно, что справа на карте Франции по городам всем будут располагаться точки продажи сим-карт. Ребята, вот в подобных таких магазинчиках пресса, табак, стоят автоматы Free Mobile, в которых можно подключить себе сим-карту. Сейчас покажу, как это делать. Так, выбираем, получается, мобильный телефон. Потом выбираем стать абонентом. Нужно ввести свой email. Будет. Так, выбираем тарифный план. Вот этот вот включится. 100 гигабайт будет в роуминге. 100 гигабайт будет во Франции. 25 гигабайт в роуминге за 19.99. Так. Здесь у нас что? Так, нам предлагают подключить сим-карту без лимита действия и на месяц. Коллега подключил себе там месяц один. Писал потом в группе, что у меня через месяц стало работать. А вот он сам себе причинил такие неудобства. Так, дальше нам предлагают, если у вас есть свой номер телефона, вы можете его просто перевести в сеть Free. Либо же можете создать новый, получить новый номер телефона. Также предлагают вам вариант номера телефона, какой вам нравится. Какой нравится? Любой. Давай вот этот первый будет у нас чек, набираем его. Так, дальше вам предлагают образец сим-карты. Так как у нас iPhone, у нас Nano SIM идет, получается. Также при подключении вы заплатите еще 10 евро за саму сим-карту, кроме тарифного плана. То есть получится у вас 29.99 с первого раза. Набираем Nano SIM. Здесь ставите галочку, что вы ознакомились с правилами пользования, согласны с суммой и так далее. Все. Теперь у нас пятый этап. Понял. Теперь нам предлагают оплатить за карточку. Вставляете свою карту. Вводите пин-код. Ну, конечно, не покажем пин-код. Так. Просит вас подождать. Все, можете достать карточку. Так, операция совершена. Дальше вы заполняете анкету, получается. Выбираете мужчину либо женщину. Потом вводите свое имя. Можете что угодно написать. Потом какой-то будет хозяин жизни. Все, email адрес вы вводите. Так, не будем его показывать. Так, и после того, как ввели ваш email адрес, нажимаете continuous. Почтовый код, короче. Вам предлагает ввести почтовый код. То есть, какой-то адрес французский вам ввести нужно будет в любом случае. Почтовый индекс можете посмотреть ближайшего города. Ну, вот мы находим сейчас марки, выбрали его. Потом выбирайте улицу какую-нибудь. Думаю, что-нибудь там, не знаю. Просто так вот на этот дом бахайте. И все. Как бы у вас все зарегистрировали, ввели все данные. Нажимаете получить сим-карту. Все. Забирайте вашу сим-карту.
Вам выдается такой чек, где указаны ваш пароль. Ну, я его не покажу вам, потому что там будут указаны наши идентификационные данные и карточка ваша, все. Вот, карточка готова, такой образец, как вы заказывали, там номер 7. Все, приятного пользования.